ברשט, עיירה יהודית טיפוסית, אחת מרבות במחוז ויניצה, הפכה למקום מקלט ליותר מ-20 אלף מגורשים ממקמות שונים. Много шло людей. Я эту помню толпу. Они заходили, где были колхозы, там были сараи, ну, где скот находился. Их там поселяли. Холодно, холодно, голодно. Как они выживали? Они ходили все заросшие, все оборванные, голодные. Так если женуть деревню в село, так то с украинских женщин, там что мужики большинство на фронте были, так бросали им так, чтобы конвои не видели. Если конвои увидят, что она бросила там картошечку або кусок хлеба, так пристреливали и наших, и ихних. Мы находимся на одной из улиц Бершавского гетто. Да, мы находимся на одной из 12 улиц. На этих 12 улицах было чуть-чуть больше 300 домов. И в этих домах жили 25 тысяч человек. То есть в каждом вот таком вот доме, в каждой комнате по 15 человек, по 20 человек. Дело в том, что в Бершавском гетто было много евреев на осень 41-го года. Уже около 5000. И все вот эти домики, они уже были заполнены. Гетто началось здесь? Да, гетто. Тут было ограждение. Ограждение было вдоль реки и вдоль вот этой дороги, которая поднимается наверх. Вот это двухэтажное здание, это музыкальная школа. Тут стоял наш домик. В этой речке вы купались в детстве? Да, мы буквально с старшими братьями ходили сюда, ловили раков, рыб ловили. А потом уже, когда пришли немцы, а затем румыны, были сделаны ограждения от этой реки. Нас уже допуск к реке уже не был свободный. Колючая проволока, даже если надо было прийти набрать ведро воды, невозможно было подходить без особого разрешения. Просто потому, что тут жили местные, они помогали охранять вот эту колючую проволоку, чтобы мы не ходили. Они знали и говорили, значит, эй, жидюга, ты давай не проходи, ты уже взял. Они знали, потому что тут на каждой... Это была норма на, да, была на норма воду на... из этой реки. Да, невозможно было в течение дня взять два ведра воды. Даже если мы пытались, был, допустим, старший брат взял, а потом второй брат, уже невозможно было. Это под угрозой расстрела было. Wir sind umgekommen bis Bershad. Es ist gewähnt, kein Kernitzes wie zu nehmen. Es wird ein Getränke. Die Erde, um ihn zu frieren, ist die Blatt gefriert, ist du von euch, was ich gluselig von Schnee, von Eis. Ihr habt genommen dem Eis. Aber ich genommen die gluselig von Eis und du hast aber gesogen und du hast gewähnt das Wasser. Ander Wasser ist nicht gewesen. Und als sind wir schon umgekommen, du, haben uns Menschen gesucht, die jeden Vereins, wie du die Kernitze. Ich gewähne so Ortschere, wie viel wir kennen Menschen, in der Breite, in der Länge, viele Menschen. Jeder einer gedacht um Wasser und die Kälte ist gewesen groß. Ich meine, es ist gewesen sehr kalt damals. 40 Grad Kälte minus. Wie viele Schuhe ihr darf, ihr habt gedacht stehen? Wir sind gestanden, wir sind verfroren geworden, vergeliefert geworden, aber gebrannt nicht gewesen. Gebrannt nicht gewesen, wuss essen nicht gewesen, aber wir müssen daheim bringen Wasser. Бершад оккупировали в конце июля месяца. И когда июль, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, уже декабрь, начало зимы, уже закончились практически все продукты, тогда уже просто не было что есть. In der Früh, noch dem, im zweiten Tag, nachdem wir sind umgekommen durch den Bershad, dann gegangen das erste Sicher, wie wir können kaufen, essen. Sind wir gegangen sicher wie der Markt. Sind wir umgekommen, du. Aber es ist gut nicht gewesen. Nur Schnee ist gewesen auf den Tischen.
Aber ungeschäumt im Schnee, in der Schnee ist gewesen gar nicht. Nicht hinter dem Tisch, aus einer Blätterleppe ist er umgefallen, gar nicht. Komplett ledig. Es friere jeden, was nun kein Fahrrad ist, haben es gegeben, Schulz für eine Kartoffel. Und das hat die Mama auf ein bisschen Feier aufgewahren. Und das haben wir gegessen, Schulz für Kartoffel. Und danach wird gedacht, gehen, etwas kaufen, essen. Bin ich gegangen mit Leis, Geld, rumänisch Geld. Im Dorf. Schicksalig haben mich überfallen. Ich habe gehabt Zepp mit Maschalig, mit Spangen. Haben sie mir rübergenommen, die Spangen von der Hure und die Maschalig. Und gekickt, wo sie haben, die Kirchen. Sie genommen das Geld. Und mich habe weggetrieben. Ich bin zurückgekommen, ohne, ungewohnt. Es mehr hat mir die Mama nicht geschickt in den Dorf. Ran. Ну що ж сказати, не доїдали, не митий, не кушать, не тепла. Хто привіз з собою, ілі золото, ілі які хороші вещи, він міг заміняти там на дві картошки чи на що. То сюди проривалися наші жінки, ну все з продуктами. А вони приїжджали, в них були ну, такі шмутки всякі. Ми міняли, нигде їх не було. Der Hunger war gefährlich. Und die Mama ist gegangen in den Dorf ran und verkauft Pelzen im Kragen und hat gebracht ein bisschen Arbeit. Und sie hat uns gedacht, das Wasser aufwärmen und aufkochen. Und sie hat mir gegeben eine Schüssel, ein bisschen warmes Wasser mit ein paar Arbeitslöch. Es mein Mimi soll sich mir nicht gewollt noch ein bisschen, weil ich bin stark hingere. Und die Tante meine gesucht, so soll sich mir. Die Mäut ist das auch. In der Ordnung gewesen, habe ich schon vier Löffel Wasser mit ein bisschen mit der pure Arbeitslöch. Вот здесь деревянный мост, и этот деревянный мост был разрушен. Это уже где-то было глубокой осенью. Вода еще не замерзла, и начали брать из близлежащих наших домов, брать на работу людей. Но мой один из братьев, старший Йоська, ему было тогда 15 лет, он был рослый парень. И он, значит, ходил сюда, и они ремонтировали этот мост. Носили эти бревна, доски большие. Было скользко, мокро, потому что глубокая такая осень была. Он упал. Вместе, значит, это бревно, которое он нес, оно упало за ним. Дежурный этот румын с полицаем, кстати, был тоже. Не думали, что он удирает, хочет удрать, потому что он за это бревно хватался, чтобы не холодно сразу было. Они взяли, выстрелили в него, и он начал идти ко дну. Он выплыл через день. Расскажите, что было с вашей сестрой. Ей было 18 лет уже, когда это случилось. И в один вечер к нам зашли и начали проверять, кто как живет. Вроде под таким видом вместе с полицаем. Ну, они посмотрели на мою сестру и сказали, ты иди с нами. Они взяли ее, ее не было. Двое суток не было дома. Она забеременела и родила, но он умер. Насилование женщин, девушек. Подростков. Это было массовым? Массовым. Оно потом перекочевало в гетто Транснистрии, когда еврейская община поставляла к вечеру женщин для утехи
румынским жандармам. Такие факты есть практически по всем большим гетто. Задокументировано. Я документалист. Я так никогда ничего не скажу без документа. Откуда эта жестокость? Жестокость сопряжена с антисемитизмом, который присущ румынскому обществу. למעלה ממאה גטאות ומחנות הוקמו בטרנסניסטריה. העיירה היהודית העתיקה, שרגרות, הייתה רק אחת מיני רבות. Инна, добрый день. Здравствуйте. Наконец мы с вами встретились. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Здесь вы родились, в этом доме? Я родилась в этом доме, и вы знаете, для меня это не просто дом, это не просто здание, это помещение, где живут люди. Он у меня, вот для меня как живое существо. Все вокруг это еврейский район? Да, здесь в каждом доме жили евреи. Сколько евреев осталось? Где-то около 20. Вот этот книжный шкаф я обнаружила в доме, который уже домом назвать было очень трудно. Это скорее была свалка под крышей, но для того, чтобы его оттуда вытащить, я дала две бутылки водки, и наши местные алкоголики перетащили этот шкаф нам в музей. А вот этот патефон я приобрела совсем недавно за 50 гривен у наших местных жителей, правда, не евреев, однако знаю точно, что взят он был из еврейского дома. Он работает? Ну, можно попробовать. Какие-то звуки он издает. Правда, не всегда они как бы похожи на звуки музыки. Слышите, это мелодия еврейской песни. Все предметы, которые вы видите в этой комнате, взяты из еврейских домов. И, честно говоря, очень больно признавать, что взяты они из пустых домов, из брошенных. Когда люди уезжали, и не имея кому продать дом, или то, что находится в нем, или то, что не покупалось, вот они оставляли это и уезжали. Но еще хуже осознавать то, что многие вещи взяты из домов, когда там люди умирали, и не было наследников, никому это не нужно было. И мне чем-то мой вот этот музейчик маленький, трудно его назвать, конечно, словом музей, напоминает чем-то скорую помощь. Вот когда надо было спасать, эти вещи от того, чтобы их просто не порубали на дрова. Инна, в комнатах этого музея это все, что осталось от еврейского шагорода? Да. Сколько поколений ваша семья жила в Шарлерде? Насколько мне известно, у моего дедушки Давида Зака был дедушка, который жил уже в этом доме, в котором мы выросли, из которого ушел на войну мой отец и погиб на фронте, в котором мы пережили страшные годы Холокоста в этом доме нашем. В
Шарград были депортированы в октябре-ноябре 41 года большое количество евреев из Бессарабии, из Буковины. Это была интеллигентная публика, это были врачи, это были адвокаты, это были учителя, это были те евреи, которые имели большой авторитет среди сучавских и румынских властей и прочее. Они смогли взять с собой все вещи. Во-вторых, могли взять с собой деньги, драгоценности и прочее. Они смогли приехать к нам в Шаргород, имея практически ничего не потеряв. Мы увидели, это было в субботу, осень, холод страшный, и начали проходить колонны. Колонны людей, папа вышел, и они говорили, нас гонят в Бершет. Папа сказал им, вы знаете румынский, мы не знаем, тут румыны, вы с ними договоритесь, оставайтесь тут. Папа то заходил в квартиру, то выходил. Заходил в квартиру и говорил, варить, взяли котел. И в первый же день варили картофельный суп. Папа велел семье варить картофельный суп. И люди приходили, и каждому давали миску с супом. Он ел, уходил, и дальше приходил другой. И папа их вел по домам и расселял, и говорил людям, местным евреям, которые не очень-то понимали, кто и что и как. И говорил, принимайте. И они принимали. Очевидно, у него был дар убеждения. А мой дедушка вдруг вышел на кухню, видит, что мы сидим в субботу и чистим картошку. Шаббат. Так папа его подвел к окну, показал, что ходят люди. Он сел вместе с нами в шаббат и начал очистить картошку. Они прибыли к нам. А Шаргород – это еврейский одноэтажный маленький Шаргород. Здесь несколько еврейских улиц, порядка где-то 330-340 домов. Прибыло, депортировано на 5-6-7 тысяч. И они разместились в еврейских домах? О, и вот здесь началась трагедия. Они, кое-кто смог разместиться и получить место в наших домах, и поэтому было такое страшное переселение, что в каждой комнате в еврейском доме жило по 2-3 семьи. Кто-то жил в вашем доме тоже? О, много жило в нашем доме. Нас первое время было очень много, потом осталось 31 человек. К концу... 31 человек, да. В одном доме? Да, в одном доме, где была спальня, салон, так называемый, и маленькая спальня, где жил дедушка. Как они выглядели? Совсем другие, чем мы. Одеты лучше. Даже лица их, несмотря на мучения в дороге, были лучше, чище, меньше морщин, меньше щетины. Другие, европейские лица. Вы помните зиму 41-го года? Вы помните жизнь евреев в это время? Не дай Бог это житие, я все помню. Очень тяжело было кушать, мороз сильный был. И было кушать что-то, их мало было там, никто их не кормил, понимаете? Вот. И то я помню, мама моя пришла до нас, женщина одна, четверо детей привела. И у нее ноги были, дети бедные, пальцев их не было, понимаете, а там дыры были моментально, понимаете, я знаю, что такое. Отморозили ноги. Они приехали из культурных городов. Многие из них закончили Сорбонну, Будапешт, Бухарест и другие университеты и прочее, прочее. Они приехали в галстучках, в белых рубашках и прочее. И они оказались в такой страшной ситуации, когда воды нет, электричества нет, тепла нет, ванны, душевых нет. А они ко всему этому привыкли. Многие не получили места, и поэтому большое количество депортированных, они оказались
той большой синагоге? Там как оно, как вам сказать, по-еврейски, ну как называется по-еврейски? Синагога? Синагога, да. А кушать что? Много людей очень, много было. Мы подавали туда им кушать, понимаете, прямо мы дети все. Ну, давали им там кушать, но им мало, настолько не достачало там. Бет ха-Кнесет, שנבנה כבר בסוף המאה ה-16, היה לגאוות יהודי שגרת. אחרי המהפכה הבלשביקית באוקטובר 1917, עם כינון השלטון הסובייטי באוקראינה, הוסף בית הכנסת למפעל ייצור של מיצי פירות. היהודים חזרו לשם רק עם הקמת הגטו, בסתיו 1941. כאן היית בחורף 41? לא, בנדוי גבי נדוי נדוי השיר, נן צנן אין פרציק. וזה מריקים נדוי, אז גבי נדוי אמפן חור וינטר, וזה קלטן דרויסן, Wir sind gekommen bei Nacht, du in der Schil, und wir sind gelegt auf der Erde. Und in der Ebenstand der Früh haben wir gesehen, fremde Menschen, sehr Sache Menschen, gelegt auf der Erde. Sie gewesen, haben Scheuere gewesen. Und wie geht es dir? Mit der Mama, mit 5 Kindern. Ich noch 4 Kinder. In der Früh fliegt die Mama gehen in Stutt, in sich ein Essen, und bringen ein bisschen Essen an die Kinder. So geht es ein paar Sudo zu geht, wo sie gebringt Essen. Vielleicht sie bringen, wo sie gekannt, wo man zu geben. Vielleicht wird sie wegsetzen alle und essen langsam. Как появился ТИФ? Вот представьте себе, проходят недели, месяцы, когда люди идут в Транснистрию, до Бершади, до Ямполя, до Могилев-Подольска, Тростенца. Надо было еще дойти. И они приходили в места, которые абсолютно не приспособлены для проживания. Грязь. Холод, голод. И условий же никаких. Да и вообще, какие были условия на территории Транснистрии? Что был водопровод? Что была канализация? Земляные полы? На 12 вот этих крохотных улочках оказалось 25 тысяч человек. Без какого бы то ни было обеспечения, с небольшим уже количеством вещей для обмена на продукты, потому что за время этого долгого пути, даже если у кого-то что-то было, все уже было выменено. И самое ужасное, без всяких средств гигиены. Ну и если вот в таком вот домике, в такой комнате живет 10-15 человек, понятно, что выжить тут практически невозможно. За первый год погибло около 15 тысяч человек. Ihr gedenkt, wer so sind gestorben, eure Eltern? Ja, sicher, ich gedenke. Sind wir nur umgekommen, wahrscheinlich sind wir umgekommen, oder Mittwoch oder Donnerstag, öfter Freitag, weil der Tate gegangen ist, ich habe Schiel. Und als er gegangen, getroffen die Schiel, hat er gesagt, dort liegen 100 Menschen heute mit Typhus auf der Erde. Und du, der Tate, hat sich wahrscheinlich umgenommen von jenen Typhus-Menschen, dem Typhus. Und er hat schon noch einen Tag hat er sich noch gedreht und scheinbar kam ein hoher Fieber, 40 Fieber, und hat fantasiert. Und damals ist es gewesen, also 10 Tage ist man gelegen auf dem Typhus, oder mit aufgestanden nach der Krise, oder man ist gestorben. Все были постоянным предметом как бы обихода в нашей семье. Мы днем и ночью сидели и вот двумя пальцами
брали все, вот давили, давили все вот эти яйца, как бы от щей, которые тут размножались везде по всему телу, на голове, буквально снимаешь с головы, и целые жмени брали их просто в печку горячую, если было, когда мы топили, прямо бросали, и вот это зрелище, когда бросаешь эту жменью в щей, оно, искры как бы летят. Синагога очень скоро стала местом клаоки. И когда из этой перенаселенности возникла эпидемия тифа, порядка 1400 евреев заболели и умерли. Тиф начался с общественных мест. Скученность большая, не помыться, не раздеться, не переодеться. Оттуда и начался тиф. Один из тех, что жил в нашем доме, он имел родственников там. И он приходил к ним, и там умирали люди и от тифа, от голода, от холода замерзали. Он забирал их одежду, чтобы продать, обменять у крестьян. Он брал их к нам на балкон. Сам очищал их, как мог, выбивал из них в шеи. И, конечно, вот так он принес вши в наш дом. И мама заболела тяжело, у нее уже выливалось изо рта. Она все делала под себя. Это было страшное дело, никакие лекарства не помогали. Надо было просто заворачивать ее в мокрые простыни, менять эти простыни, мокрые простыни менять. Die malen Menschen, die dort den Schild mit uns umgehen, Tifus. Es pavole, pavole. Und umgehen müssen starben Menschen. Sie starben jede Nacht, wegen Treffen 7-8 Menschen, heute durch den Schiel. Mit der Zeit, umgehen zu starben meine Schwester und Kinder euch. Also starben mein Bruder Schulem, er gewesen noch mir. Also starben mein Bruder Michael, er gewesen der Känster. Nun sind gestorben zwei Kinder, Sura mit Kräune zusammengestorben. Starken Bauchtyphus hat meine kleine Schwester für 6 Jahre. Sie hat gehabt, dass alle Schwätigen sie gesagt, Mama, schneid mir raus den Bauch, weil ich keine Leben, weil es heiß geht mir raus. Sie kann nicht leben mit solchen starken Schmerzen. Und die Mama gesagt, wie soll ein Kind für 6 Jahre wissen, wo es heißt, das heiß geht mir raus. In der Früh, Freitag in der Früh, die Mama gesehen, dass er schon steht. Heute hat er gehabt Tifus und er ist aufgestanden von dem Tifus. Aber danach hat er zerbrochen die Wand, weil man die Stieber zu nehmen. Ist er an der starke Frost und er ist verfroren geworden. Und die Mama gesehen in der Früh, dass er steht, hat sie gewollt unten, also er wird auch riechen, ein paar weiße Gattkes von dem Taten mit einem weißen Label. Also die Fies, rückgenommen sich das Fleisch, also wie Teig, finde ich, geblieben nur die Beine. Ihm ist mir gekommen, Teig aufnehmen, die schwerste Wochzeit. Und er hat gelegen neben mir, und das hat mir aufgehoben, ich soll ihn rausnehmen, aber ich nicht gelassen, ich soll ihn nehmen. Weil er selber gehabt, mit wem zu reden auf dem Bridge, auf der dort. Und wenn die Schwester Lester gelegen mit heute, und die Schreine haben gesagt, rück doch weg, Mädel, weil die Bakterien verlassen den Teuten und gehen über zu den Lebedicke. Aber ich wollte ein bisschen wegrücken. Und meine Mama gesagt, nein, rück doch nicht weg, Reisel. Mit morgen kommen wir sie ziehen nehmen, dann noch ist die Bänke noch hier. Weil solange sie gelegen leben, mir ist Kilos ist Lebedicke. Ich habe gesehen, dass die Menschen in der Schule und die Mazzalösen von der Schule ist gewesen als ein Prozdor. Du bist gewesen am Machsan, du bist hinten gewesen am Machsan. Von ganz Schargorod fliegen zu öffnen die Teute und bringen du am Machsan. In einmal in der Woche ist kommen ein Schlitten und man legt die Teute einer auf den zweiten, wie man legt 6 Kartoffeln, 6 Zwiebeln. Mamas, ich hatte das. Ja, einer auf dem zweiten, einer auf dem zweiten, beim legen 6 Kartoffeln.
вот здесь есть кладбище ихнее. Так их возили каждый день, как дрова стосы, знаете, вот такие. Так ложили на сани так, и потом, ну, так ложили поперек, а потом еще подол, чтобы они не скатывались. Привозили сюда, на старые еврейские кладбища, и сбрасывали. А тут вот посадки, тут есть и волки, и лисы, и собаки, и гризли, вот эту всю зиму. Und als ich gekommen der Frühling, hat ungeheuer starker Geruch zu sein, hat ein Begruben einer großen Massengrippe und gesucht damals schon 30.000 Menschen. Und mein Tat hat gesucht, das ist also so wichtig, also wie in der Leben, wie darf man umgehen suchen, ist wichtig auch noch ein Teut, wer der Schuchen deiner ist. Nur wo ist eine Massengrippe, wie viele Menschen hat man umgeworfen? נתונים שונים, בין 350 ל-400 אלף יהודים מבסרביה, מבוקובינה הצפונית, מבוקובינה הדרומית וממחוז דרכוי, ויהודים אוקראינים הגרים בשטח טרנסניסטריה, נרצחו או מתו מרעב וממחלות בשטחי השליטה של הרומנים. רוב רובם בתקופה של קיץ 1941 ועד חורף 1942. ביניהם גם צבי יהודה שפיר, סבו של שותפי להפקה צביקה שפיר.